Во, а вот теперь они меня услышали. Вот Да. теперь дела плохи. Вот теперь Когда мне рядом надо. зомби рубишь дерево, кого-то там стучишь, что-то выбрасываешь, что-то ломается, что-то падает, они всегда идут под шум. Это надо брать всегда во внимание. Например, если ты видишь, что за дверью что-то вкусное, но она закрыта, ты начинаешь ломать дверь топором или еще как-нибудь. А, то есть, То есть как я сейчас, еще один да? метод. Ну да, они такие, о, пацаны, тут халява, и все, они идут за Ну вами. ладно, я все-таки постараюсь урвать здесь какой-нибудь кусок. Вот прямо на скоростях, пока они все не пробили. И, наверное, побегу уже из этого города. К сожалению, я думаю, это не может так продолжаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо искать более маленькие города, что-то мы с тобой погорячились, скажем так. Да не, нормально. Хотя с другой стороны, если сейчас зомби ломятся сюда и думают, что я здесь, может у меня появится возможность подойти к зданию, которое справа. Вот. И, собственно говоря, может там я что-то вкусное найду. Так. Ай-яй-яй. Еще сэндет. Так. Hello. Эх ты. Вокруг магазина все. Так, ладно. План Б. Вот я вот вижу дырку и вижу что-то дымящееся в этой дырке. И я понимаю, как бы, что это зомби туда пролез. Мне от этого становится грустно, что ли. О, тут даже по мусоркам шаришься, и все слышно. Да, кстати, когда вы умираете, ничего страшного, ваш, так сказать, персонаж появляется у спальника, так что не переживайте по поводу смерти. В принципе, мы уже это говорили, но повторимся еще раз. То, Если не что... успели поставить спальник, будете появляться на точках спауна. У черта на рогах. Ну да, а этих точек вообще очень много. И поэтому, ну, они в основном сконцентрированы, так что переживать не стоит, но все равно. Ой, слушай, ты не представляешь, что у меня получилось. Я получил стальные стрелы. Ой, ёшкин кот. Ребят, да, еще одна особенность, вообще очень интересная. Зомби умеют лазить не по стенам, а по лестницам. Обычные рядовые зомби. Вот это меня вообще удивило. Но, к счастью, они и спрыгивать умеют. Так. Пока так не смогли проверить, ломают ли они себе ноги, так же, как игроки. Ну, давай. Так, минус один. Так, отлично. Я к чему вообще? Я нашел... Так, стекло пока не нужно, кости не нужны. Я Steel Arrow нашел. А это значит наконечники. Правда, я их сейчас все потрачу, наверное. Но я буду стараться один оставить. Скиллеру, по-моему, их разобрать нельзя. Можно, почему? Нет, Нельзя. нельзя. По-моему, нет. И... Ну все, значит. Значит, я чист. Оператор нас простит. Так, а где лестница? Где она была? Как я сюда залез? Вот я очень Ха-ха. боюсь. А, вот все нашел. Ее тут еле видно. Тетя меня еще тут ждет. Да что ж такое? Да, умирать это плохой вариант. Ну, у тебя вечно wellness не хватало. Ой, ну вы только на меня посмотрите. Вечно мне не хватало. Ух. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, с грехом пополам спустился. Вот. Вообще, ребят, в этой игре зомби. Офигеть, на самом деле, какие умные. Иногда они меня поражают своим проворством. Наверное, это потому, что они читеры, но... Ладно уж. Можно им это простить. В частности, эти паразиты не всегда хотят падать в ловушку с кольями, особенно когда она перед ними стоит, они лучше ее обойдут.
Так. Ну, кстати, очень интересный баг. Зомби очень любят хороводы водить вокруг деревьев. Социально активные. Ну, я уж не знаю, что... Ну да, может, действительно социально активные. Вот сейчас я поворачиваю за угол, ребята, а там еще 20 тысяч зомби. И я такой, типа, а, ладно, я побежал. Глотну пивка. И на всех парах отсюда. Так, а где мой дом? Вот он здесь. В общем, большой город пока что немножко не для нас. В принципе, я урвал свой кусок. Нам надо еще зайти в отель, или я называю жилое здание, кто как. Там надо покопаться, там часто спавнится пачкой. Но я думаю, мы это не сейчас будем делать. Не успеем. Я думаю, мы должны успеть до ночи. У нас есть время. Так, ладно, тогда ретируюсь. Так. Вытянем мусор. Говорится, поскольку я играю за женского персонажа, первым должен умереть ты. Мысли, ты уже сдох. Это будет не политкорректно, если что, я опять же говорю. А-а-а. Меня надо будет защищать. Какой ты мистер политкорректность. А так. Так. Ладно, давай искать отель. На самом деле, мне очень стрёмно идти в отель, потому что там куча дверей. А куча дверей — это куча шума. Ну, если мы их обманем, то они нас не заметят. Господи, какая же небольшая локация, ужас. Самое, наверное, будет весёлое — это сидеть там ночью. Это да. Как вы видите, из режима стелс по зомби наносится в два раза больше урона. Вот. Но при этом это немножко не ощущается, когда ты попадаешь, допустим, я не знаю, пузо, плечо, да. Слушай, я вообще сейчас пойду на окраину города. В то место, мимо которого я пробежал. Я вот честно надеюсь, что там просто никого не будет. Потому что, ну, не может же 20 тысяч зомби на один квадратный метр быть. Да бог его знает, они могли сбежаться на жути. Да что ж такое, а? Собака. Слушай, я так много собак никогда ее не убивал еще. Чувствую себя прямо живодером. Ужас. Хорошо, что тут нет Гринписа. Ага. Вот они за нами бегают, походу. Те, которые пузатые. Ну да, в майках. Братки, у вас не найдется минутка поговорить о Гринписе. Вот собака зомби, очень голодная. Не могли бы вы ее покормить? Так. Вы еще дышите, а это хорошо. Так. Блин, я хантед. Не знаю кем, не знаю чем. Звучит шмелем. Вот главное, чтобы не пчелой, на самом деле. Да, пчел мне никогда не получалось лук убить. Сколько не старался. Да их бесполезно с лука бить. Они вообще какие-то опишные. Мне иногда кажется, что они от твоих стрел уворачиваются. Не, серьезно, просто берут там, знаешь, как ты это... Там маневры делают, немножко вправо. Взять. Стиль пьяные осы. Или пчелы. Во, я наконец-то в маечке. Так. Стоп, ты еще даже не добежал, что ли? Не. Угу. Слушай, знал бы я, что у тебя такие проблемы будут, я бы, наверное, тебя защищал лучше. Не, просто у меня билдинг долго был, я не смог. Ничего с этим не делать. Ух ты, бачки. Слушай, прямо рядом свистит. Ну что ж ты так долго бьешься? Это же всего лишь деревяшка. Давай. Я вот не знаю, я залез в какой-то дом. Хорошая идея здесь ночью остаться. Нехорошая. Сейчас скажу. Как что далеко, ты, мама дорогая? Ну что значит далеко? Я на окраине, как и пообещал. О, банданка. О, ковбойская шляпа. Вот что меня спасет от зомби. Ковбои умирают последними.
Вот, к сожалению, кстати, с новым обновлением бандану больше нельзя переделывать в тряпки. И это очень печально. Ну да, любой головной убор, потому что это раньше был мой, по крайней мере, основной способ добычи столь ценного материала в начале игры. Так как шапок действительно падает много. Эх, опять две книги. Да что ж такое-то? Издевательство прям. Так, а какой у нас домик напротив? О, кирпичный, кстати. Вот в нем, наверное, получше дела обстоят. Надо починить топорик. Слушай, мне кажется, пока все зомби у меня, ты можешь что-нибудь там попробовать прошарить. Да не скажу, что они прям все у тебя. Вот, кстати, еще одна главная особенность, в принципе, этой игры. И эта механика меня, честно говоря, немножко заводила в тупик. Ну, конечно, поговаривают, что она еще хуже была развита. А я говорю именно про падение с высоты. То есть есть два типа падения с высоты. Ну, давайте три, скажем, да. Одно это смертельное, второе это сломать ногу, третье это подвернуть ногу. Причем при подвороте ноги вы теряете 20% скорости от вашего бега. Вот, а если вы ее сломали, вашу ногу, то все 80%. Если у вас нету с собой бандажа, а точнее как-то не гипс, забыл слово «помогай». Тряпки. Не тряпки, как это? Не протез, господи. Но что на ногу? Ну нет, ну это не гипс. Ладно. Это называется сплин. Во, ну сплин, да. Не знаю, компресс. Не суть. В общем, эта штука вас хоть как-то спасет. Вот. Поэтому всегда нужно иметь две тряпки с собой и палочки. Ну, это если вы любите прыгать с высоты, в принципе. Хотя, знаете, иногда получается так, что ты убегаешь от зомби. Блять. Ага. О, боже. Как ты меня напугал. Ага. Круто, значит, нервы не стальные. Да кошмар вообще какой-то, честно говоря. Я тут, значит, говорю о делах насущих, а ты меня так испугал. Ну, куда деваться? Это 7 Days, детка. Да. Так, позволь, я тебе помогу. Тутун, 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 тутун. Так. Книжная полка. Что же ты нам принесешь? И охотничий нож. А, ну изучай на здоровье. Не очень. Ну почему? Мы будем с охотничьими ножами бегать. Мели это здорово. Так, 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 так. 6, 2. Ух, идет темная ночка. Так, поднимайся, здесь дверь, потому что до ночи я хочу ее сломать. Их тут много, вопрос где ты? Вот сзади. Вот этот. Ой, зашипели. Давай, давай, ломай, ломай. Что хотя, зависит? Нет, у нас есть время, эти товарищи не должны ничего чувствовать. Время? У нас есть еще. Уже. Нет, там уже. Опа. Стендер. Прекрасно. Ничего-ничего. Да, и тут сейф. Отлично. Не могу сказать, что вещь ненужная, но... Хотя, если из него что-то полезное выпадет... Я топор сломал. А у тебя камней нет? Нету, все в стрелу ушло. Ну иди, иди ко мне, я тебе дам топор. Все ушло в целлюлит. Так, вот, вот, видите, ребятки. Сейчас у нас уже Ух ты, я тебе все отдал. А ну отдай мои камни. На, забирай мой топор. Я сделаю себе новый. Basic Stone Axe. Так, поехали. Ай-яй-яй-яй. Как все у нас незавидно. Вопрос, где они?
Вопрос в том, что надо бы нам их успокоить. Да. Интересно, а пчелы быстрее летают? О-о. Нет, они так же. Ай-я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 й-
какая-то одна между ними, хотя нет, нас отстали. Это уже хорошо. Блин, пули. Черт возьми, столько всего вкусного. А выкинуть-то нечего. Мы сейчас, разбирать я их тоже не могу. Ай-я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 й. Так, монетки можно переплавить. Бумажку можно выбросить. И не ходят. Что-то не ломают. Ага. Сволочи. Мне вообще не интересно, что они там ломают. Ну что, пошли открывать сейф? Можно. Я думаю, это будет самая большая ошибка в нашей игре. Попытаться стоит. Вдруг там будет что-нибудь полезное. Попытаться стоит. Ну, сейчас я инвентарь подразгребу. Так, 4 слота есть, 2 кофе. Блин, корзинка, конечно, нам не нужна, но они так нечасто падают. О, слушай, хочешь, я тебе фонарик отдам? Нет, нет, он точно видит. Ну и ладно. Сейчас так сделаем, чтобы не испугались. Ой, Стя, подожди, я, наверное, сейчас даже вот так вот сделаю. Господи, заметили. Ты серьезно, что ли? Не заметил. Подожди, потерпи секунду. Сейчас я все сделаю. А ну иди сюда. Вот так вот. Теперь мы защищены. Да не надо ее забивать. Все. Вообще, кстати, еще один лайфхак такой есть против зомби. Конечно, я его не пробовал. Сейчас. Надо сделать. Что-то они, кажется, сломали там. Ай-яй-яй-яй. Так, подожди, может он из палочек делается? Надо нам сделать стул. Блин, где он может находиться? Может здесь? В мебели. Wooden spike. Понимаешь, здесь нету мебели, здесь билдинг. Крафт, ресурсерс, стик. Да, вот он. А зачем здесь стул? А где он? Подожди, где он находится? Из палочек он делается? Предпоследний, нет, 3 доски и палки. Ладно, воспользуемся. Чейр, вот он. О, палок не хватает. Ну я сейчас сделаю. Зачем ты нужен? Ну, смотри, если зомби ворвутся, то мы забежим наверх. И вот, поставим стул. И перед лестницей поставим стул, да. Это такой небольшой лайфхак от зомби, потому что они начинают тупить. Ну, по крайней мере, тупили. Давайте так скажем. Секунда, у нас 2 точно есть. Ну, кстати, они, по-моему, не смогут залезть. Нам бы главное потом залезть после этого. А мы забрать можем. Давай. Стульчик делайся. А, 3 стула взял, обалдеть. А, ты тоже делаешь? Ну, чтобы были, бог с ними. Я тогда не буду брать. Точнее, делай. Отдай мне один стул. Чего? Я буду хранителем стула. О, великий хранитель стула, вот тебе стул! Причем я его поставлю перед дверью прям. Это будет стул, который будет подпирать дверь. Да диван надо было ставить. Он, кстати, не хочет ставиться, ты прикинь. Паразит. Блин, вот это дичь. Ладно, пускай тогда здесь стоит. А нет, я его тогда заберу. Буду им доски топить, точнее, эти, костер топить. Сейчас зомби отстали. Которые мне память нам помогает. Ой, простите. Тут. Да что ж такое-то? Ваши руки слишком длинны. Да, конечно. Блин, это, наверное, просто умопомрачительная картина, да? Мужик с теткой пытаются вскрыть металлический... Ох! И у них получилось. Так. Ну, как тебе сказать? Там одни пистол барл. Поэтому, я так думаю, один из них надо уничтожить. А, и возьмем мы самый слабый. Вот этот.
Ну, кто-то там...